Привет всем! Вы на канале Valerie Life. Сегодняшнее видео о бьюти-гаджетах. О тех гаджетах, о тех штучках, которые я использую еженедельно. То есть у меня каждый день чем-то заполнен. Никакой рекламы, никому ничего не навязываю. Это мой опыт, который кому-то подойдет, кому-то поможет, а кому-то вообще не подойдет. Всем, кому интересно, оставайтесь смотреть. Первая бьюти-штучка – это вот такой массажер. Я о нем уже делала видео. Это покупка с AliExpress. Он недорогой. Написано, что он из нефрита. То есть вот это камень-нефрит. То, что это камень, да, факт. Но нефрит не нефрит, девочки, я не знаю, честно говорю. Две насадки. С одной стороны гладкая насадка, с другой стороны с такими небольшими иголочками. Что же я с ним делаю? Гладкой насадкой я прорабатываю зону лба, потому что у меня есть продольная морщина. Она довольно-таки была глубокая, но так как я над ней усиленно работаю, то она, кстати, уменьшается. И можно сказать спасибо не только этому гаджету, не только этой штучке, есть и другие. То есть я прорабатываю вот так вот тщательно, а игольчатая насадка я прохожу по всему лицу, по массажным линиям. И этот массажер очень хорошо разгоняет кровь, а кровь, соответственно, пригоняет кислород к нашим клеткам. Мне нравится, как он работает, и действительно он разглаживает мой лоб. Ну и, как я уже сказала, это не единственная штучка, с которой я сотрудничаю. Вторая бьюти-штучка – это вот такой вакуумный массажер. У меня их два размера. Вот такой маленький. Кстати, его не отмыла от масла. Ну ладно. Вот такой маленький и побольше. Маленький мне, честно говоря, не очень нравится. Он слабенький. Но, наверное, вот этот размер подойдет для девочек с чувствительной кожей. Так как у меня кожа потолще, то мне нравится вот этот массажер. О вакуумном массаже можно найти огромное количество информации. Как он работает? Я наношу на лицо масло, которое мне нравится, которое подходит к моей коже. Зажимаю и я не буду сейчас делать массаж, потому что у меня нет масла на лице. И он прижимается к коже. Я провожу по массажным линиям. Если честно, мне нравится, как он работает с лбом. Он реально прям вытягивает вот эту морщинку, вот эту борозду. Как он работает с кожей лица, мне не очень нравится. Знаете почему? Потому что он оставляет а-ля засосы. И как бы тянется так кожа. Короче, вот здесь мне не нравится, я им не злоупотребляю. А лоб моему лбу очень нравится. Так что всех, у кого есть продольная морщина, девчонки, это вариант, обратите внимание, AliExpress. Если вы еще не подписаны на мой канал, то под этим видео жмите на красную кнопку «Подписаться» и на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Также у меня есть вот такое приспособление для эксфоляции кожи лица, рук, кожи зоны декольте. У нее три насадки, вроде бы как это алмазное напыление, девочки. Не буду вам называть фирму, потому что, как я уже сказала, это не реклама. Девчонки, очень классно снимает ороговевшие частички, открывает поры. И если у кого-то грязное лицо, вот здесь, если забитые поры, то после этой штуки, после этого аппарата загрязнение прям вот слегка подносишь палочкой, они аж выпрыгивают. Но в идеале, конечно, сходите к косметологу, у кого нет возможности, у кого нет времени и так далее. Это такой небольшой выход. Как он работает? Здесь внутри есть фильтр. Он включается в розетку. У него три насадки. Раз, два и еще есть третья насадка поменьше. Я провожу также по массажным линиям. Он работает как пылесосик. Он скрабирует и всю грязь всасывает в себя, фильтр все задерживает. Очень тщательно я прохожу по своей морщине.
Девочки, ну я не знаю, что именно работает так классно, но мне кажется, что что-то все-таки комплексный подход дает результаты. Но я результатами очень и очень довольна. Последняя бьюти-штучка – это мезороллер. У меня их два вида. Вот такой, он здесь иголочки 0,25 мм. И вот такой я купила 6 в одном. Сейчас я открою. Вот так это выглядит. Тут несколько насадок. Здесь более большие, ну, иголки подлиннее. Не знаю, потолще, не потольше. Не потолще. Но здесь иголки подлиннее. Мне вот этот набор не понравился. Пластик хлипкий и иголки слишком длинные. Хотя я вроде бы смотрела в описании, было 0,25. Здесь нет 0,25. Минимальная иголка 0,50. Здесь иголки 0,25. Мезороллер в двух словах. Вот с иголками 0,25 можно вроде бы как использовать ежедневно. Моя подруга с более тонкой кожей пользуется им ежедневно. У меня более толстая, и мне кажется, что для меня эти иголочки маловаты. Но смысл. Я прохожу по всему лицу вертикально, горизонтально и по диагонали. После этого я наношу сыворотку. Я о мезороллере слышала очень много положительных отзывов. Положительных отзывов намного больше, чем отрицательных. Девчонки, я не могу сказать, в восторге я от него или не в восторге. Если мой прибор для эксфолиации кожи, я вижу результат. Если насадка вакуумная мне нравится, я тоже вижу результат, то мезороллер, ну как бы, наверное, для профилактики пусть будет. Но так, не знаю. Не могу сказать, что я не рекомендую, и не могу сказать, что я вот бросьте все и бегите его покупайте. Ну, так, для разнообразия. Для разнообразия. Ну, вот и все, мои дорогие. Это все, чем я хотела с вами поделиться. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь. До следующих видео. Всем пока!